Вот я беседовал с Максимом Кантером, ты знаешь, mm-hmm. такого живописца. Да, да. Да. Он мне сказал, что он пишет, он живет на острове Ре, Атлантике, mm-hmm. и он пишет и в Москве, и во Франции, и в Германии. И он, ему все равно, где рисовать, потому что как бы ему образы приходят. Я согласен. Ну, из космоса, условно говоря. Я он понял. Это не говорил. Это, но я понял, да. Как бы, вот, ты работаешь, ведь, насколько я знаю, у тебя мастерская только в Москве? Или ты работаешь, когда тебя приглашают? Я приглашаю, меня приглашают, и я работаю. Но вот это, знаешь, как разведчик. Ага. Где бы он ни жил, все равно он принадлежит какой-то стране. Так. Понимаешь? Вот это то же самое. Ага. Ты все равно мыслями находишься там. Самые большие патриоты, которых я встречал, это иммигранты, которые уехали еще в первую волну в 20-х годах. Они так переживают, они говорят, мы отправляем, Никос, помогите нам, мы отправляем в детские дома, это не доходит. Ага. Посылки какие-то, подарки, деньги. По дороге чиновники все это как говорится, прибирают к рукам. И они очень переживают, переживают, что творится в этой стране, готовы помочь, поучаствовать. В этой стране ты сказал? Ты сказал в стране Россия, стране, да. В этой стране, живя там. Нет, для них понятно. Это, естественно, угу. эта страна. Угу. Поэтому они вот больше, может быть, даже патриоты, чем русские, которые, зарабатывая здесь, увозят на Запад. Угу. Я вот писал портрет эквадорского президента, и там у меня был покупатель такой Вонг, миллиардер. Вот он больше половины денег отдает на развитие науки, спорта в Китай. Один из самых богатых в Австралии китайцев тоже отправляет, ну просто со мной кто сталкивался лично, отправляет большую часть на развитие науки, там, медицины в Китай. И так делают все. У нас наоборот. Зарабатывают здесь, увозят туда и вкладывают там свои вот эти сбережения, как бы такие. Это, наверное, не патриотизм. Я здесь все делаю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.